Слава нашему Господу! Я еще раз приветствую всех любовью Иешуа. И пусть Бог благословит это время и каждое сердце, буквально вот каждого человека, чтобы Слово Божье, оно просто работало внутри нас. Я искренне верю в то, что меняет нас именно Слово Божье, а не что-то другое. Когда это Слово оживает через нашу жизнь, тогда нам легко поверить, что это возможно, это правда. Но до тех пор, пока для нас вот Слово Божье остается информацией, теоретической какой-то, оно всегда недоступно, оно кажется слишком далеко. Поэтому я очень желаю, чтобы это Слово, оно оживало. Оживало в каждом из нас. Сегодня мы поговорим о печати. Тема проповеди «Печать Бога». Мы знаем, что в обычной жизни, когда у нас даже есть в руках какой-то важный документ, если на нем не стоит печать, он недействительный. Правильно? Очень часто многим из нас приходилось возвращаться, потому что тебе говорят, печати не хватает. Слышали такое в своей жизни? Ты приходишь такой довольный, такой счастливый. Тебе говорят, а печать где? Какая? Так тут же есть уже две. Нет, нету самой главной печати. Тебе объясняют, какая нужна печать. Я думаю, многие из нас понимают важность, значение печати. Я просил не подавать реплики. Теперь прошу публично, лично вас, Женя, не подавать реплики во время проповеди. Давайте мы будем взаимно культурными и уважать друг друга. У нас вот-вот появится группа порядка, это будут крепкие братья, которые владеют приемами самообороны и даже рукопашного боя. Многие, кстати, из нас занимались боксом когда-то, да, бывшие боксеры. Но я верю, до этого не дойдет. Будет достаточно увещевания. Но напоминаю, у нас мессианская община. А? Да, у нас, кстати, вот мы 5 лет находимся в этом здании, да? Предыдущее, где мы были, кто помнит, я поехал в ручей, на ручей, и я набрал там камни гладкие такие. Там было 2 бассейна у нас таких, заполнено камнями. И у нас, когда проповедники приезжали, я говорил, братья, смотрите аккуратно, вы в Израиле, у нас тут все готово. Игорь Семенович, я так предупреждал. Шутка? Конечно, шутка. Знаете, хочется, чтобы каждый из нас понимал, где мы находимся, на каком месте мы находимся. Мне просто жалко, что я сейчас потратил 3 минуты ни на что. Поэтому прошу больше не подавать реплик. Итак, мы говорим о печати Бога, которая очень важна для каждого из нас в отдельности. И каждый из нас приходит к Богу, придет и предстанет перед Ним. И Бог проверит, есть у Него, есть у тебя Его печать или нету. И ты не сможешь сказать, а у моего соседа есть такая печать. Соседа есть, хорошо, проходи, сосед. А у тебя есть печать? Во все времена Бог всегда сохранял для себя определенную часть людей, избранный остаток. Мы знаем, что избранный остаток – это в большей степени касается еврейского народа, израильского. Но если внимательно посмотреть, то во всем человеческом роде всегда был этот избранный остаток. Например, до того, как был Израиль избран и призван как народ, разве Иов не был в числе этого остатка? Был. Я верю, что представители любого народа, они являются вот этой частью, которую мы называем избранный остаток. И мы должны понять, что Израиль выступает как пример для всех.
И в первую очередь Писание говорит, эти вещи, да, относятся к Израилю, но это не значит, что они не относятся или не работают в других народах. Вы знаете, что такое принципиальная схема? Кто знает, поднимите руку. Мало кто знает. Ну, я предупреждал, у меня образование техническое, мне легче примеры вот приводить технически. Так вот, представьте себе, что Израиль – это принципиальная схема, которая показана нам. И точно так же это работает, если принцип сохраняется в другой области, в другом народе. Например, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. Сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Относится это к Израилю? Однозначно. Относится ли это к другим народам? Да, однозначно. Это и есть принципиальная схема. Принцип работает везде. И мы должны понять, что Священное Писание, вот эта книга, которую мы держим в руках, это дух, которым она написана, и принципы, или, если хотите, законы, сформулированные Богом, которые всегда работают. И поэтому всегда и во все времена был избранный народ, был избранный остаток, и этот остаток есть в любом народе. Мы когда-то говорили об этом подробно. Дело в том, что у Израиля есть некие отличия, которые отличают его от других народов. Например, коллективная ответственность или коллективный договор. Когда евреи вступали в завет с Богом, они это сделали вместе, коллективно, как народ. На горе Синай описано это в книге «Исход». Так или нет? Все остальные люди присоединялись к Израилю тогда, на горе Синай. Там же тоже были иноплеменники. Помните всегда об этом. Тоже были люди из других народов. Но они вместе с евреями вошли. И когда Моисей получил закон и написал свою Тору, там были сказаны вещи, которые нужны для природного жителя, для пришельца и так далее. Разница в том, что сегодня верующие люди из других народов, они входят в договор с Богом на личном уровне. Он сам за себя отвечает перед Богом, берет ответственность. Один. Дети тоже каждый по одному. А у евреев Синайский договор имеет силу. И по сей день имеет. Мы много об этом говорили, сейчас не буду я на это тратить время. Потому что в Новом Завете он не потерял свои силы, а наоборот, планка поднялась еще выше. Дело в том, что всегда, во все времена, во всех деноминациях есть по-настоящему искренне верующие люди, поклоняющиеся Богу, и желающие свою жизнь изменить в соответствии с этим словом. Доктрины могут отличаться у них. Доктрина – это учение. Внутри общины есть учение определенное. В нашей общине так понимаем, а через дорогу община, в которой напротив, по-другому это понимают. Но и там, и здесь есть по-настоящему посвященные люди, искренне верующие. Помните, доктрины ни на что вообще не влияют. Они никогда не влияли и не будут влиять на спасение человека. Поэтому я не придаю этому большое значение. И у нас в собрании, мы это все знаем, открыто, есть люди, которые верят, что вознесутся до великой скорби. Я считаю, после. Кто-то думает так, кто-то думает иначе. И люди служат. Никто их не заставляет думать так, как думаю я. Почему? Это доктрина. Она вообще ни на что не влияет. Важно, чтобы в главном мы были согласны. А главное для нас – это то, чтобы в центре нашей жизни, в центре нашего учения был Мессия, был Иешуа,
Божий Сын. Потому что все вектора направлены к Нему из всего Священного Писания. И мы не должны смещать свой фокус на второстепенные вещи. А очень часто они, к сожалению, смещены на 18-степенные. И люди этому такое значение придают. Меня всегда это удивляло. Главное должно быть. У нас есть хорошее свидетельство вот из Молодской общины. Там есть сестра, община, которую Володя ведет. Она раньше посещала общину Александра Меня. Когда-то. Да, я думаю, я могу рассказать этот пример. И несколько проповедей я говорил в Молоте по теме, которую я когда-то здесь давал, ну, недавно совсем, мессианская апологетика. И вот сестра Ира, она имеет до сих пор связь с некоторыми православными служителями из России. Общается. И один православный служитель, я думаю, который по духу, он такой же, как Александр Мень, его из Москвы передвинули подальше. Потому что, знаете, рожденные свыше люди, они же в таких больших деноминациях, как кость в горле. И они там очень сильно не к месту. И вот Ира выслала ему целый блок вот на дисках материала вот этого, который мы с вами тут все прослушали. И брат там этим материалом очень широко пользуется и проповедует. Я думаю, это добрый, хороший пример сотрудничества и как бы показывает то, что доктрины настолько могут отличаться. Ну, мы сами понимаем, да, где мессианский иудаизм и где православие. Тем не менее, есть люди в любой деноминации, рожденные свыше, которые ищут Бога. И им не мешает учиться чему-то, да? Мне, допустим, вот честно скажу, признаюсь, первый раз, наверное, публично, всегда нравилось, как поют в этих храмах. Я был только один раз на похоронах у знакомого моего друга, а так никогда я не был, не заходил я. Но вот в фильмах видел там еще где-то, как поют хор, вот этот хор поет, да? Причем вот когда католики поют, как-то меня не очень цепляет, не касается. А вот православные когда, не знаю почему. Особенно когда таким низким-низким басом, да, поет Господу помолимся, меня аж до кости пробирало всегда. Ну вот не знаю почему. Это мое переживание, пускай на душевном уровне, да, но что-то есть, что-то есть. Я пытаюсь сказать, что я человек открытый, мне не мешает быть в контакте с людьми, у которых тоже открыт разум, открыто сердце к диалогу и к разговору, к пониманию каких-то вещей. И печать Бога, о которой мы сегодня говорим, она есть в любой деноминации, но только на тех, кто является избранным остатком. Вы все больше и больше узнаете обо мне нового. Итак, избранный остаток – это люди, доверяющие Богу во всем и абсолютно верящие Его Слову. Сегодня это те, кто поверил в то, что Иешуа есть Мессия. На сегодняшний день избранным остатком в Израиле может считаться тот или называться тот, кто имеет принадлежность к этому народу. По плоти, по крови, если хотите. Неважно, какой процент. Для меня это вообще не имеет значения. По папе или по маме не имеет значения. Он относится к еврейскому народу. Вот он есть избранный остаток касательно Израиля. То, что касается других народов, там тоже Бог буквально ставит печать в сердце каждому человеку. Сейчас мы зачитаем тексты, несколько. Вначале давайте мы обратимся к пророку Исаии, 10 глава.
Исаия 10 глава. С 20 по 23 стих. «И будет в тот день остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному, ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится, истребление определено изобилующую правдою. Ибо определенное истребление совершит Господь Цваот во всей земле». Амен. Иногда можно услышать, что эти стихи комментируют следующим образом, объясняя, что слово, которое используется здесь на иврите, Ишуа, Ишуатейну, оно касается вот данный момент этого избавления во время набега, во время войны, во время каких-то сложных ситуаций. Я хочу сказать, это да, но тут в тексте есть более глубокий уровень, написано «остаток обратиться». Быть спасенным во время войны, то есть остаться живым, это хорошо. Но не все же обращаются к Богу в покаянии. И я знаю точно, что здесь вложен смысл в то, что человек, глядя на какие-то внешние обстоятельства, всем сердцем обратится к Богу в покаянии, чтобы спасти своего внутреннего человека, чтобы спасти свою душу. Многие из нас знают, что люди иногда обращаются к Богу от безвыходности. И Бог помогает. Но не каждый из этих людей кается. Я уже когда-то свидетельствовал, я общался с одним человеком, ему сейчас уже, наверное, 85 лет. И вот он мне рассказывал, что у него родители верующие и дед был верующий. Уверовал его дед, после того, как побывал в плену немецком, после Первой мировой войны, не Вторая, а Первая мировая, это начало 20 века. Там он уверовал и пришел. И вот когда была гражданская война на территории бывшего СССР, они, молодые, с другом, убегали, там гнались, стреляли. И подвода застряла в такой яме с лужей, знаете, вот бывает. И все, кони храпят, выехать не могут. И вот Петр этот взмолился, говорит: «Господи, помоги». И этот тоже стал вот так обращаться к Богу. И он говорит, как будто сила какая-то вот вынесла эту подводу, и мы дальше могли убегать, поехали. И вот мы едем, а этот говорит: «А я обманул Бога, я и не собираюсь, как бы, ну, верить». И в этот момент, он говорит, шальная пуля наповал его убила. Вот представьте себе, это свидетельство живого человека, я с ним разговаривал. С Богом нельзя шутить, понимаете? Это Бог, это Творец неба. И поэтому не каждый, кто спасается во время войны, обращается к нему. А здесь написано «остаток обратиться». И если мы внимательно читаем Писание, мы видим, что не все те, кто пережили военные набеги Ассирии, Вавилона, персов, евреи, да? Не все они обратились к Богу. Не все покаялись. Только остаток. Поэтому я абсолютно уверен, что данный текст говорит о двух вещах. И очень часто есть двойные пророчества. Он говорит о спасении на данный момент и о том, что человек обратится. Все, что мы обещали Богу, все, что мы обещали Богу, мы должны исполнять.
Давайте соединим это с 9 главой послания к римлянам, 27 стих. А Исаия, вот что интересно, да? Здесь Рабби Шауль в послании к римлянам говорит о Божьем избрании. В 8 главе подробно, так? Тема же продолжается и в 9. И вот он говорит об избрании, о покаянии, об избрании в жизнь вечную. То есть мы, если читаем текст, Иакова я возлюбил, Исава возненавидел, 16 стих. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Об этом мы с вами будем говорить в ближайшей Бейт-Мидрашим. Мы как раз в 9 главе сейчас находимся. И вот 27 стих. Цитата из Исаии, которую только что я прочитал. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Амен. Это о чем здесь говорит апостол Павел? О том, что там уже давно произошло, как нас пытаются иногда убедить, что Исаия на самом деле говорил о том, что спасутся люди, типа переживут эту войну. Ну хорошо, пережил, а дальше что? Дальше же вечность. И вот здесь апостол Павел, цитируя Исаию, явно показывает, что речь идет о большем. И мысль гораздо дальше простирается. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. И это в послании к римлянам. Отсюда мы можем сделать два вывода. Первое. Остаток обратится к Богу, остальные нет. Возникает вопрос, нужно ли проповедовать всем подряд? Да и аминь, потому что мы не знаем, кто этот остаток. Я уже вам приводил пример из собственной жизни, да? Как обо мне не молились, потому что трудно было поверить, что я вообще верующим стану. Понимаете? Служитель потом покаялся в этом. Если бы он не покаялся, я бы и не знал такого. Но факт. Мы смотрим глазами и думаем, да ну что за него молиться? Это же ну вообще. Шанса нет, что он станет лучше даже на миллиметр. Бог говорит, нет, вы ошибаетесь. Эта чашка нужная, сейчас я ее помою, будем пользоваться ей еще долго. Есть такой текст, да? Помните, он говорит про Павла, когда Анания говорит, Господи, да это же враг наш лютый, заклятый. Он говорит, не, это сосуд мой избранный. Помните, в Деяниях? Чех смотрит, говорит, это же вражина. Бог говорит, не-не-не, это друзья, это наши. Просто ошиблись на развилке. Сейчас мы все исправим. Потому что сердце правильное, ищет Бога, любит Его, правды хочет. Второй вывод. Истребление произойдет только определенное Богом. Ни на одного больше, ни на одного меньше. И теперь 43 глава тоже из пророка Исаии. С 11 по 13 стихи. Исаия 43, 11, 12, 13. Мы сейчас говорим о важности этой печати. И вот этот текст, который я буду читать, сравните просто с темой, да? Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. 12 стих. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог.
От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Аминь. Никто не отменит. Если есть его печать на сердце, бояться нечего. Если этой печати нет, надо молить его о том, чтобы он ее поставил. Так же, как нужно молить его о том, чтобы он дал Духа Святого с избытком. И он говорит это, Евангелие от Матфея. Какой родитель даст вместо хлеба камень или вместо рыбы змею? Никакой. Он говорит, тем более я, тем более Отец Небесный. Если мы злые люди по природе своей, умеем добрые дела делать, благие даяния давать. Он говорит, тем более Отец ваш Небесный даст просящего у него Духа Святого. Надо просить в смирении, и он даст. И когда Дух Святой зальется в твое сердце и наполнит его до краев, и потечет через край, твоя душа освободится от всего, потому что там уже не будет места. Это принцип замещения или вытеснения, если хотите. О, вот был пустой стакан, спасибо. Когда налили воду, заполнилось место или нет? Заполнилось. Сейчас еще чуть-чуть сверху есть. Но если налить полный вот этот стакан доверху, там воздуха не будет. Вода вытеснит этот воздух. Так или нет? Когда Дух Святой наполняет наше нутро, и вы не бойтесь этого слова, потому что в иврите постоянно это употребляется. Бакирбейну, бакеревшили, почки, печень. Мы тоже когда-то вот говорили в псалмах, почки меня учили ночью. Давид пишет, псалом. Когда заполняется наше нутро, там не остается плохого. Оно уходит. Так же, как свет, заполняя комнату, выгоняет отсюда темноту. Тебе же не надо там выгонять. Темнота, я тебя выгоняю во имя Иисуса, я провозглашаю. Лампочку зажег, и темнота ушла. Так или нет? Ну, так если Дух Святой заходит в наше сердце, разве это не свет, который зажигается внутри? Другое дело, если свет, который в тебе, тьма, это-то уже проблема. Но это другая тема. Итак, остаток обратится к Богу, остальные не обратятся. И истребление произойдет определенное Богом. Ни больше, ни меньше, четко. Вот то, что Бог определил. Это мы поговорили об избранном остатке. Немного, но так, чтобы в теме быть. Второе, о чем я хочу сказать, о том, что Бог всегда в 100% случаев ставит свой знак на тех, кого Он определил для себя как спасенных. В Бет-Мидраше по Йом-Шлиши мы уже с вами проходили в послании к римлянам тему о предопределении, предузнании. Я всегда вот перефразирую, чтобы вам было понятнее. Предопределение, так звучит непонятно. Наперед определил. Предузнание, наперед знал. Мне нравится, вот в данном случае я вам приведу хороший пример. В Пиркей Авот могу ошибиться сейчас, вот, но это примерно 4 глава. Мишну не помню сейчас, но это точно Пиркей Авот. Объясняется, что такое предопределение. Возможно, даже 3 глава, 15 Мишна. Это когда, допустим, я живу отдельно, а? И Михаил живет в Австралии, а я тут. И мы ни разу не виделись с ним. Но Михаил может предсказывать все, что я делаю.
Представьте себе, наперед знает любое мое действие. При этом у меня всегда есть выбор, просто он знает, что я выберу. Понимаете разницу? Люди думают, ну если Бог все предопределил, а где же тогда свободная воля? А где же мой выбор? У тебя все время есть выбор. Просто он знает, что ты выберешь. Он все знает. Нам трудно это представить, нам трудно в это поверить. Но это так. Так вот он наперед знал. И поэтому Бог наперед знает, кого он будет спасать, и всех, кого он спасенными сделает. И сейчас мы откроем пророка Иезекииля, 9 глава. В 8 главе описывается, как Бог показывает Иезекиилю, пророку, идолопоклонство жителей Иерусалима, и главным образом он показывает идолопоклонство и мерзости, которые делают вожди народа, старейшины. Причем поэтапно он открывает дальше и больше, что там они делают плохого. И 9 глава, вот, по нашей теме уже. То есть, когда чаша наполнилась, мера беззаконий наполнилась, Бог посылает истребление. Слушайте текст. Иезекииль, 9 глава. Сестра Ира, ты чуть-чуть раньше это все делай, хорошо? Тебе не обязательно открывать, а вот там помоги людям открыть, чтобы я не терял на это время. 9 глава, книга пророка Иезекииля. С 1 стиха я читаю. Девятая глава, с 1 стиха, с самого начала. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подле медного жертвенника, и слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома, и призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были пред домом. Аминь. Здесь есть интересный очень нюанс в этом тексте. Сказано, что Бог призывает 6 человек, ну мы понимаем, что это ангелы. Если кто-то понимает, что это люди, тоже нормально, я спорить не стану и навязывать свое мнение. И написано дважды, у каждого губительное орудие, так или нет? Из этих 6 у одного какое орудие? Прибор песца, чернильница и перо, трость, да, заточенная палочка. В иврите написано, что он должен поставить тав, знак. А? Слово тавнит тот же корень имеет или нет? Другой. Тав это как от, да, это как знамение такое. Хорошо. Печать. Тав это печать, нахон? Ничего не слышно. Хотемет, я знаю, да, но это, наверное, более современное уже слово. Хотемет это и роспись, и печать, я говорю, это уже современный иврит. Вот древнееврейский тав,
На перстнях был этот тав. Печать, печатка. Ставили свой знак. Печать – это всегда какой-то символ, какой-то значок. Известный хозяину, его нельзя подделать. И вот интересно то, что Бог все определил наперед. Уже знает, кого Он спасет. Он определил меру. Правильно? Это в Исаии мы прочитали. И когда Он посылает, то же самое мы, кстати, находим в книге Откровения. То есть сегодня то, о чем мы сейчас говорим, это в прошлом. Но есть еще будущее, которое описано в книге Откровения. И все очень похоже, только масштабы теперь планетарные, а не государственные. Тогда это было связано только с Израилем. Теперь, поскольку благая весть распространилась, и вера в Иешуа покрыла уже планету Земля, это будет иметь именно планетарные масштабы. Истребление, уничтожение. И мы, когда дойдем до книги Откровения, подробно об этом поговорим, опять же, в Бет-Мидраше. Так вот, выходят эти ангелы, эти люди, каждый со своим орудием губительным. И вот у этого человека губительным является прибор писца. Но губит-то он кого? Кого не пишет? Он практически никакого вреда, он даже не дотрагивается до них. Обратите внимание, как работает это интересно. Орудие губительно для этих людей. А пишет-то он на других. И для этих оно является спасением, так или нет? А для тех? Теперь давайте откроем 2 Коринфянам. 2 Коринфянам и просто сравним принцип, не 1, а 2 Коринфянам, 2 глава. Готовы? 15-16 я читаю. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Амен. Правда, принцип похож? Евангелие, благая весть, которую мы передаем. Посмотрите, как это похоже на прибор писца. Для одних это знак. Губительный, пропустили, не взяли, не приняли это на себя. Для других – жизнь. И здесь написано, что для Бога это благоухание и в тех, и в спасаемых, и в погибающих. Смысл в том, что Бог принимает славу себе, в обоих случаях. Почему? Для кого-то это покажется странным. Для кого-то покажется странным, что верующий человек будет радоваться, когда начнутся суды по книге Откровения. Изливаться чаши гнева, трубы начнут трубить. И кто-то скажет, ну как тут можно радоваться? Ну у тебя вообще уже души нет. Да? Дело в том, что духовность и гуманизм – это разные вещи. А гуманизм – это тоже под большим вопросом территория. Что да, гуманно, а что не гуманно. И люди будут радоваться не потому, что гибнут другие, а потому, что исполняться будет Слово Божье. Понимаете разницу? То есть, допустим, я читаю книгу Откровения вместе с вами, и мы что-то понимаем из этой книги. Вдруг мы видим, как реально исполняется то, что предсказано Богом. Почему я радуюсь? Потому что это подтверждает мне мою веру и говорит мне о том, что и все остальное, что написано в Писании, тоже правда. А значит и правда, что есть вечная жизнь и путь через Иешуа Мессию, тоже правда.
И поэтому я радуюсь. Несмотря на то, что все плохо вокруг, я вижу, как исполняется Божье Слово. И в этом Он принимает себе славу. А не потому, что мы садисты, и нам приятно, когда кого-то мучают. Конечно, нет. Радость из-за того, что это правда. Она горькая, тяжелая, но правда. И это укрепит нас в вере, друзья. Подтверждаю, что мы правильно верим, правильно видим. И поэтому тех, кого писец пометил, написано, на чело поставил метку. Так? На лоб, значит. Это не значит, что чернилами на лбу что-то написано. Это только он может прочитать, Творец. Но на лбу написано. Мы иногда говорим, да у тебя ж на лбу написано. Правильно? И у меня было на лбу написано. Бог это все стер и метку свою поставил, теперь не сотрешь. Потому что дьявол тоже метит. И тоже на лоб норовит запечатать печать. Книга Откровения, 13 глава. Книга Откровения, последняя книга в переплете. Тринадцатая глава. Тринадцатая глава. Дома прочтите с 11 стиха. Речь идет о том, что на землю приходит Антихрист. Есть Мессия, а есть антимессия. Это сын дьявола. Так же, как у Бога сын пришел во плоти на землю. Сатан все копирует. Он не может ничего сделать нового, и он не может изменить ход событий. Единственное, что он пытается сделать, это как бы забежать вперед и успеть сделать свою сделку. Понимаете разницу? Очень сильный пример в книге Бытие, 14 глава, когда Авраам возвращается после сражения в Кадрлаомере с 5 царями, когда он Лота отбил, отвоевал. С ним принимало участие 318 человек всего, с Авраамом. И он возвращается обратно. Ему навстречу выходит Мелхиседек и выносит ему хлеб и вино, символы причастия, символы тела и крови Мессии, который должен когда-то прийти, сам являясь прообразом Малкицедек, царь моей праведности, да, царь моей праведности, Малкицедек. Но до того, как он, Авраам, имеет беседу с Малкицедеком, забегая вперед, появляется царь Содома, которого зовут Бера, у которого ничего нет, все у него отняли. И он приходит к Аврааму и говорит: Авраам, души отдай мне, а имущество возьми себе. В иврите написано души. В русском, когда вы читаете, он говорит: людей отдай мне. Разницу чувствуете? А в иврите, в оригинале написано души отдай мне. Авраам ему говорит: не будет у нас с тобой сделки. Люди возьмут себе то, что положено им. Мне вообще ничего не надо. Я Лота ходил выручать, я его выручил. Все. Даже шнурок не надо мне. И потом имеет беседу с Мелхиседеком. Вот то же самое будет делать Антихрист перед вторым пришествием Мессии, пытаясь как бы быстро с людьми сделать какие-то сделки. И всегда он будет у вас просить:
душу отдай мне, одежду, хлеб, машина, деньги возьми себе. Почему? Потому что сатан духовное существо. Ему материальное не надо. Это для него разменная монета. То, что ему надо, это душа. И он говорит, отдай мне душу. Никогда на это не соглашайтесь. Это самое ценное то, что у нас есть. Наша душа. Вечная, принадлежащая Богу, который вложил ее в нас. Она ему принадлежит. Амин. И я сейчас зачитаю текст, в котором сказано, что Антихрист тоже будет печать ставить свою. С 15 стиха. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет эти начертания. Или имя зверя, или число имени его». Аминь. Для многих людей это будет экономическое решение. Как бы на самом деле это будет духовное решение, определяющее, где человек проведет вечность. Сегодня есть уже, я слышал, так вот мне говорили, служители, которые говорят, что там ничего страшного, если примет вот эту метку зверя, ну ничего, можно еще покаяться, все можно исправить. Я верю Библии, я верю тому, что тут написано. Тут написано, что если человек на это согласился, добровольно это будет. Никому не смогут это насильно набить. Послушайте, это будет решение каждого человека, иначе оно не имеет силы. Невозможно купить душу или забрать ее насильно. Это очень глубокие категории. Поэтому это будет добровольное решение. Будет очень сильная пропаганда, промывка мозгов, объяснение. И люди будут думать, ну да, ничего, купить надо, продать надо. Ну а как жить? Как жить? Как жить? Скажите. А? Лучше умереть. Я вам скажу, как жить. Второзаконие 3:8. «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа». Амин. Это сказал Иешуа, когда ему сатан тоже сказал, вот камни, преврати их в хлеб, что ты мучаешься, если ты Божий Сын. Давай. Он говорит, если я Божий Сын, я буду не чудесами жить, а питаться Словом Всевышнего. Это для нас пример, что нам делать. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, знак, который будет ставить сатан, это приговор к вечной погибели. Знак, который будет ставить Господь, это жизнь вечная, это печать жизни на нашем лбу, на нашем челе. Бог любит нас, и Он наш Отец. Любящий Отец всегда защитит своих детей, правда? И он защитит своих детей, поставив свою печать. Губители идут после того, как проходит тот, кто ставит печать. И это печать Торы в нашем сердце. Через пророка Иеремию Бог говорит, «И я вложу Тору мою в сердца их». Это тоже печать. Потому что его закон, его Тора – это печать. Новый Завет. Дело в том, что Бог уже доказал, что Он на все идет ради нашего спасения. Он Сына Своего отдал за нас. Писание говорит, разве с Ним не дарует нам Он того, что меньше
чем то, что он уже дал. Понимаете сравнение какое? Он говорит, отдал сына, чтобы дать жизнь вечную. Он говорит, почему же вам так трудно поверить, что вместе с ним он не даст вам то, что меньше на самом деле, чем то, что мы уже получили? Это должно укреплять нас в вере. Я искренне благословляю всех нас и желаю, чтобы и на сердце, и на лбу у каждого из нас стояла хорошая такая разборчивая печать Бога, чтобы там не присматривались, что написано, а издалека было видно, что на лбу написано, что мы дети Божьи. Амен. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за слово, которое Ты даешь нам сегодня. Благослови, помоги нам растворить его верой. Я молю Тебя о том, чтобы каждый из нас имел печать Твою в своем внутреннем человеке. Благослови нас в этом, Господь. Во имя Иешуа. Амен. Я славлю.